Абдуллин Камиль Абдыхахарович признан виновным по статье 233 прим. 2, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан создание руководства террористической группы и участие в его деятельности и назначено ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В Казахстане его задержали, как он приехал. До этого он не знал, куда он попал. Но у него цель была одна, только что заработать денег. Он не знал, что это террористическая группа. Это по его словам, да? Да, это по его словам, да.